Иди опорный полузащитник. Ректор, не знаю, заметно ли вам, что французы... Внимание! И мяч в наших воротах, это Зидан, тот самый Зидан. Нет, Нет, я говорю про пас Зидана, а того самого Зидана, про которого говорили, что он не в форме, он не такой, как... По нашим воротам. Обескураживающее начало. Ошибка защитника, вряд ли это его основная задача, противостоять Анелька. Анелька подает. 0-2. Но, дорогие друзья, это Перес замкнул передачу, вот видите как. Атака. Варламов пошел вперед. Кто-то вот должен был занять его место. В очередной раз наши защитники. Вы смотрите, в стартовой площадке. Много же игроков. Не играет. Тихо. Напрасно. Гол. Гол. Это гол забили на последней минуте. А дальше все будет только интересно. Вот он гол ворота французов! Отлично! Гарден откатил мяч Мостовому, и Мостовой коронным ударом послал мяч в угол. 2-2! Вот стандартное положение и скорость. И, конечно, ой-ой-ой! Это Зидан. Это не то, что забил гол. Пас сделал Зидан. Все, это, конечно... 5-3-2. Забил мяч Бугасян. Вот оправдала себя замена, которую сделал французский тренер. Он, Виктор, сдайте, только подставил.